Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, пока еще тепло. Плюс 19, плюс 21 днем, 12-14 ночью. Ветер западный, северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясно, возможен дождь, днем плюс 21, ночью плюс 13 градусов. Северо-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 20, ночью плюс 14 градусов, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, утром возможен дождь, плюс 19 в дневное время, ночью 13 с плюсом. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.